Светлые просторные коридоры, указатели на полу и стенах, современная лаборатория и высококлассные специалисты. Новое подразделение наркологического диспансера откроет свои двери 1 февраля для всех, кому необходимо пройти медкомиссию или получить справки. Формат единого окна позволит без дополнительного посещения психоневрологического и наркологического диспансеров в одном месте получить все справки. Любое лицо, обратившееся к нам, может получить водительскую справку. То есть комиссия проводится на водительское удостоверение в полном объеме. То есть человек от нас уже уходит с готовой водительской справкой, которую он предоставляет ГИБДД. Справку на оружие и заключение врача-психиатра-нарколога, психиатра на трудоустройство. Кроме того, здесь принимают такие специалисты, как офтальмолог, отоларинголог, невролог, терапевт, психиатр-нарколог. Здесь же при необходимости можно сделать энцефалограмму головного мозга и сдать анализы на наличие наркотиков. Здесь мы будем проводить химико-токсикологические исследования по обнаружению наркотических средств и психотропных веществ с применением анализатора, где будет регистрация и количественное определение этих веществ. Главная задача нового подразделения – создать комфортные условия для граждан, которым необходимо получить справки. Если раньше надо было отдельно посетить наркологический, а потом психиатрический диспансер, а дальше отправляться на прием к специалистам, и только после этого можно было получить заветную справку. С 1 февраля все будет централизовано. Врачи надеются, что благодаря режиму единого окна удастся избежать очередей, а в регистратуре будут работать сразу 3 специалиста. Здесь подключена компьютерная система, замкнутая компьютерная система, по которой данные из регистратуры будут передаваться на компьютер специалистам, что тоже ускорит процесс оформления документации. И, в общем-то, за счет этого мы надеемся избежать длительной потери времени в очередях нашими пациентами. Для удобства людей в здании наркодиспансера на Скорбящинском проезде еще целый месяц можно будет получать справки. После чего это сделать будет возможно только в новом центре выдачи справок, который находится по адресу улица МАГЭС, дом 3Б. Это здание больше известно как бывший медвотрезвитель. Телефон для справок 44 15 15. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город».